тебя была бы послеродовая депрессия? Да была первый раз. Вот я родила первого ребенка, я охренела просто. Господи, мне 23 года. Я должна в 8 утра, я в 4 встала, и время 8, и я стою вот так и смотрю на парковку, а там люди садятся в машину, они могут это себе позволить, сесть в машину и уехать со двора. И я просто стою, у меня вот так катятся слезы, я говорю себе, я не могу этого позволить.